Картины, которые дают тепло и обладают целебным эффектом, начали изготавливать в Иркутске. В Роспатенте одобрили заявку Ирниту на технологию изготовления нагревательных элементов с нефритовой площадью теплоотдачи. Инфракрасные лампы ставят, там что-то, то тут картина в безопасном спектре будет, допустим, ионизировать воздух, будет, соответственно, обеззараживать помещение, бывают какие-то грибки, микробы, и благотворно воздействует на ваш организм. Тепловая картина с целебными свойствами еще энергоэффективная. Основой для холста служит нагревательный элемент, нанесенный на специальный пластик – стеклотекстолит. Подложка саморегулируемая. Во время производства на нее наносится уникальная паста, с помощью которой температура задается сама. За счет этого экономится электроэнергия. Холодные ниспадающие потоки, которые от стен отходят, чтобы они перенаправляли верхнюю часть помещения. При этом холодный воздух у нас концентрируется вверху, на самом деле, а внизу, соответственно, теплый. За счет этого перераспределение температурных полей происходит, экономия электрической энергии, ну, в среднем, допустим, 20-40%. Полотно служит таким же источником тепла, как, например, теплый пол или потолок. Изготовлением тепловых картин в Ирниту занимаются уже много лет. В этом году совершили прорыв, добавив на подложку нефрит. Эта разработка еще больше заинтересовала зарубежных партнеров вузов Китая, Монголии, Японии и Кореи.